В Иркутске стартовал чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд. Соревнования проходят в Ледовом дворце «Байкал». Участвуют 16 команд со всей страны. 4 из них представят при ангаре. Турнир такого уровня в Иркутске проводят уже второй раз. Комментировать матчи будет участница Олимпийских игр Ольга Жаркова, специальный гость, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.